Итак, ребята, всем привет! Особенный привет передаю водителям, пилотам, тем, кто ездит на мотоцикле Honda Сибирь 1000RR 04-07 год. В общем, ребята, для вас у меня такая новость. Если вы хотите поменять подшипники в рулевой, то вот такие вот расценки. Вот этот вот подшипник маленький, смотрите его артикул. Он стоит 940 рублей, это самый дешевый, который я нашел в интернете, заказывал через Емекс. Вот такой вот подшипник Начи. Это вроде как Япония. Вот так вот он запакованный. Я его еще не открывал. А, блин. Вот тут, короче, упаковочка такая. Вот такой вот подшибосик, ребята. Такая вот линза, обойма. Это японский подшипник. Он устанавливается в верхнюю траверсу. То есть в траверсе вот сверху на рулевой, этот верхний. Он широкий, в отличие от стандартных заводских, где узенькая. И может там разбиваться. Этот подшипник широкий. Так, ладно, сейчас его потом я уберу. Он стоит 940 рублей. Посмотрите, цифры какие здесь написаны. Так, все, с этим разобрались, ценник 940. И вот этот вот подшипник, его цена, подшипник ступицы, 287 рублей. Не знаю, почему такая большая коробка, но вот подшипник там маленький. И тоже запакованный. Да, он не вылазит. Вот, он стоит 287 рублей. Что здесь у нас? Состав, сталь и так далее, и т.д. и т.п. Так, он у нас производитель, выходит Республика Корея, ребят, видим? Блин, сейчас я вот так вот. Республика Корея, подходит он на такие вот автомобили. В общем, вот он сам подшипник, давайте его вскроем. Блин, а, как ни одной рукой-то не совсем удобненько, ребята. Вот он наш подшипничек. Это, ребята, устанавливается обойма в нижнюю траверсу, то есть в раму, в нижнюю часть. Стандартный подшипник идет узенький, шириной примерно, не знаю, 4 мм. И он там разбалтывается и набивает там вообще. То есть можно до такой степени накататься, то что вы будете ремонтировать нижнюю часть рамы. Что это вообще как бы не очень хорошо, даже не то слово, блин. Так, вот здесь надписей никаких нету. Здесь тоже нет. В общем, вот такой вот подшибосик. То есть, это мы осаживаем на траверсу. Вот таким вот образом вставляем, это забиваем в раму. Ну, в общем, вы знаете, ребята, инструкцию по замене. И общая итоговая стоимость этих подшипников 940 и 287 рублей. Итог видео, я думаю, понятен. Смысл переплачивать за подшипники, которые продают фирмы Albals. Или как там она называется. Они стоят 2600, что ли, 2300. Не помню точно, 2 с чем-то они стоят. 2300, то ли 2500, что-то там такое. Вот, ребят, когда можно заказать, вот, два раза дешевле. Даже, наверное, ну да, в два раза дешевле выходит. Вот, ребят, качество тоже хорошее. Все. Так вот, ребятки, не допускайте мою ошибку. Скупой платит дважды, но я дважды не заплатил. Я заплатил в два раза дешевле, но по времени зато побольше. Ну, по времени работы я имею в виду. Вот сидит верхний подшипник. Такой вот на фиксаторе, на красном. Я его посадил. Вот, новенький. Вообще идеально. Пыльничек. Садится прям вровень. Вот все хорошо. Сейчас, ребята, нижний подшипник тоже поменяю и буду собирать все в обратном порядке.